Акция «Бессмертный полк» приобрела поистине международный размах. Накануне состоялись шествия в Испании, Ливане, Германии и Чехии. В испанском Мадриде акция прошла первый раз. Участники шествия прошли с плакатами и фотографиями солдат Второй мировой войны от Центра искусств Королевы Софии до площади Пласа Майор, где состоялись праздничные гуляния. В столице Чехии, Праге, марш бессмертного полка также состоялся впервые. В нем приняли участие около 700 человек. Шествие прошло в районе, расположенном недалеко от резиденции президента Пражского града. В немецком Гамбурге акция, организатором которой выступило Генеральное консульство России, собрала около 150 человек, в том числе ветеранов и блокадников. Шествие бессмертного полка прошло у мемориального креста на месте захоронения 652 погибших в концлагере Ноенгам советских военнопленных. В столице Ливана, Бейруте, акция «Бессмертный полк» проходит второй раз, а ее организатором выступила российская диаспора. 9 мая в столице Турции, Анкаре, прошли акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». Инициатором мероприятий выступила Ассоциация русской культуры республики. В турецкой столице собрались более 100 граждан России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана, Латвии и Туркмении. Торжественно отметили День Победы и в далеком Сиднее. Там прошли праздничные мероприятия, участниками которых стали более 200 человек, в том числе ветераны, их семьи и представители русской общины.